от Молдозара вчера. Мне это повторять мне неудобно. Цепная, я тебя размутил, там танки сами разберутся, как им повернуть босса. Ты не РЛ, РЛ у нас есть. Он да сам все проанонсит и сам все скажет. А вот этот крик в микрофоне, он не нужен. Вы там предохранились перед боссом? Ты помнишь, что вчера тебе Редвар сказал? Ну, бейте полководца. Не, не помню. Бля, вы поймите, как мне плохо играется котом. Я же Элен. Как мне? Я же Эршаму, а тут хотать надо. А как Эршама? Мне? Я же про товар, я медведем был. Боль. Трель, боль. Куда не подойду, везде пизды получаю. Какая-то тварь меня долбит. Да, теперь ты понимаешь, как играть рогой? Вот, ты чувствуешь, ощущаешь всю боль. Только ты кот, у тебя там еще сейвы охуевшие. Нет, ты хасом, сходи на джайну. Мало того, что надо просто бегать, так я еще и должен, блядь, за жопой чужой бегать. Понимаешь, мне надо закалить. За жопой чужой. Ты можешь умереть всегда. На джайне в жопу не получается. Нам когда вчера пианист сказал, типа, миликам просто закрывать все хуйни, типа, взять в РД-зоне, я такой думаю, ебать же это просто, серьезно. То есть ты не боишься умереть абсолютно. И я не так понимаю, как умудряются люди умирать. Там нереально сдохнуть даже. Поверь мне, если вчера на джайне был бы с нами Ауди и такой сказал пианист, Ауди бы уже нахуярился, пока у нас там в клубе стоял. Он сразу эту хуйню отмечать пошел. Мне еще вчера написал. Мне вчера написал, попросил, чтобы я Лешу. Просто чтобы вам посмотрел личку. Лёша проигнорил Ауди. Тот такой типа, ну ладно. И следующая строчка Ауди ливает. И Лёша сказал, что он не хочет видеть Ауди в гильдии. Иди мобов в кружок танчи, других вон два моба желтых бьют. Как будто ты МТ всегда ходил, хуй знает. Мимо был там. Тортик. А на сегодня не будет вечером? На сегодня будет вечером ОКХМ? Я не хочу проверять. Я не хочу. Вечером будет ОКХМ? Да. Ну, по идее, должно быть. А ты ходил Япончик вчера на локах? Вместо меня Мозер пошел. Не, в смысле, я в рейд прыгнул, я все это прыгнул. Копье возьмите. Мозер зашел. Добейте. Пизда, я сегодня хочу сходить. Наверх не подниматься, назад. Стою, стою, шеф. А то запулится комната, пиздец, будет. Будем стою, стоять стою. У ворот, блядь. Нюхать ворота, блядь. Слышишь, вот этот лок, который мой вагон... Он мне пишет, а Кела промахнулся. Я пишу ему, в смысле, а у него 27% мет. 27, и он промахнулся. Топово. Топово. 27, блядь. Откуда у него столько пул? 27% мет кости. 27 меткости след довольно башня. Видишь, вот у него 27, у меня было 17 на локе. Мне РЛ-канок говорит. Давай уже добивать. Да, да, сейчас добьем, спекайтесь в хилов. Он мне говорит, воет, говорит, блядь, я все видел. Но говорит, ты самый меткий лок, которого я видел, блядь. Летают, хулипал. Варшама. Так, летаем за луной. Луна, вводишь треугольник ромбик. А, два эрдру на рейде. Mm-hmm. Грин персик. Артемия, заходи на ханта. Артемия, воля выпала. Ролим волю. Зачем? Ролим волю.
Зачем ты ее сейчас на хамта пихаешь? Да я шучу, она такая просто. Пусть, блядь, пособирает шмот. Вот следующий босс это, да. Вот, так, Ляньпо, ты в кружке, я в звездочке. Отчет. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте серого дракона. Пусть останутся лишь кости. Ебать. Подавители. Уразка перед мордой не стоит. Дебаф там. Усиление магии по Вальке. Киньте магию. Один маг уже пыльца. Алло, трактористы, я тебе говорю, подавители, вы чё, блядь, это приоритет. Один стою, блядь. Огонь справа, перевод убить. Начинаем с левой стороны морды по часовой. Жир слева вдали. Ну быстрее, быстрее, коня подставь, пока летает. Забили хлен на жирного, подавить или бить. Сверните, сверните. Станьте подавители, пожалуйста. Классно вы подлетели. Ракушки, блядь. Большой моб для танка идет всегда. Когда выходит да, большой моб, под... маленьких бьем. Подавители называются. Подавители. Подавили. С четырех сторон. Сначала их убили, подавители. Потом магов, потом большого, на котором танк набрал игрок. Там вы найдете спасение, герой. Свечка. Трусы, летай быстрей. Не жди взрыва, они наберутся. Просто лети через них. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Еще раз объясняю для глухонемых, блять. Большой моб выходит, вы, сука, по четырем сторонам встаете, слева подавители. Сначала они убиваются, потом большой, когда танк на нем набрал. Или вы что, невменяемые, что ли, или что, блядь? Червей убивайте, всем рейд. Полина Реса и Войда. Я резнула его. Медведоёж, Гринперсика, Гринперсик, Войда. Слева милики, пошли все на левую сторону. Тончите мобов. Гринперсик, Войда. Баф, тут пари. Под взрыва волтырного туда. Пошли подавители бить, ушли от большого. Ты встал, да, прости? Нет, я его резал. Я открыла
Битмаф, старика резы. Битмаф, старика резы. А, ебать. У кого без КД? Тимыч, старика резы. Толстый для танка, для вас мелкие. Тимычу, напишите в чат. Тимычу, напишите в чат, старика резку. Эй, блохастый, резай меня, блядь. Ой, все, резай. Давай. Фу, баф по всем. Так, бьем. Старика один БР. У меня БР есть, если че. Интеллект в Диси. Есть. Интеллект у Дим на ману напиши. А, молодец. Японец на ману. Нра раздаем. Жирно хила пошел в центр. Добро. Сука. Просто заходи. Приморозили. Давайте еще ближе к Валдырному подойдем. Хильте потихоньку, блядь. Блядь, я дохилил соло, походу. Бля, зачем ты заходил, шаман? Для чего? Квест на синдрочку. Я просто в шоке. Дают веру, все, до конца хилишь. Да он пошел в портал, зашел. Когда мы хилим, стоим вдвоем. Потому что я умер. Не сапоги вот эти, кто-то будет ролить? А, ты еще и умер, ну хорош. Ну там... Меня слили мобы. Ладно, все, захилили. Проехали. На лану трэш чистить вот. Пошли. Но магу минус кролу ебани. Давай, верну, спасибо. Сапоги танку. Сейчас разберемся с лутом. На лану пошли трэш чистить. Главное, захилили, так что чё за кипиш? Я сказал два раза. Усиление магии по вальке. Вот ты вот так вот тихо говоришь, и я не слышу. Да, я тихо говорил, блядь. Перед началом пула я сказал. Усиление магии по вальке. Во время пула я сказал. Усиление магии по вальке. Блядь, чё не слышишь? На вас постоянно надо голос повышать? А ты ожог, блядь? А. Не долбитесь в уши. Пошли трэш, значит, далан дочистим, там будет разрол. Да-да, я знаю, всех этих людей видел. Это самое. Идем. Будет разрол и будет замена. По замене я посмотрю, хватает нам рейд добить или нет. Кто зайдет? Я тебе просто написал тех людей, которые прям вообще не... Да, я знаю. Они прям сразу же вылетают. Япончик, ты офигел, что я тебе плохого сделал-то? Старый гонит тут на меня. Ну пизда я на нас. Война. Война, ребят. Не, Варс, не. Почему на танк ты рулишь? Воруй тапки у него. С чего ты взял, что ты на танк рулишь? Потому что шмот уже, ну, падал, наверное, на танк. Трёшь, чистим. Тоже сапоги паролил. Приоритет мейн спек. Остальные, кто сейчас решили что-то там изменить свой спек, они не будут менять спек. Тимыч, спекайся на этот трэш танка, поможешь. А то это не, будет. Я в смысле... Да меня хлопнули, но я тебе вот спекнуть вот помогу. Сейчас спекнешься после этих мобов. А то это не варик. Втроем хоть будет смысл.
как ну, страшно. Ляньпу я знаю, что ты на танк рулишь. Но Ляньпу я тебе так скажу, танк из тебя такой себе. Я думал, ты там убивал нормально все. Берем ада. Слышишь, Ляньпу, кто тебя в гильдию брал? Не говори, сейчас застримает пацана. Не, если ты хочешь чего-то большего, Ляньпу, если ты хочешь, чтоб, блядь, чтоб ты танчил, и твой ник вообще не звучал. Блядь, что-то менять начинай. Поднимите, пожалуйста. Ой, блядь, я в стенку. Ах ты ж фарада, вот ты. Всех ресаем, стойте, нягрите, трэш назад. Тимыч, танк, спект. То, блядь, будет трэш вас всех позахуярит сейчас. Почему дату не пишет, кто брал? Не знаю. Потому что Лёха права забрал у всех, кроме себя. Смотри, ну вроде он, смотри, сакеты у него стоят вроде. Спиканулся, да? Да-да. Пошли, агрим. Это Лёха его пригласил в гильдию. Это в ДВ рейд по-любому, да. Написано Дархавк. Непонятно. Вы про что там? Про Ляньпо. Ляньпо, ты брал гильдию? Да. Так ты его кикнул его, что ли? Да пошёл он нах. Чё, ни о чём или что? Слабенький. Заметь, я ему не грубил. Немножко поднатаскать его надо. В обычках хотя бы. Потом в герон брать. Чтоб танчил. Это самое. Чё ты его кикнул, говоришь? Ну, почитай чат. Да хрена ему ещё далеко. Не, так, вкратце скажи, чё он там. Чё-то против. Нахуй меня послал. На рул лута пускай будет. Да пошёл он нахуй. Пускай посидит, я потом посмотрю. Ожог лица. Слышишь меня в DC плюс мне делай? Если он в DC ещё. Это самое. Сиди тихо. Сиди тихо. Просто тихо. Ну и все, и не приглашаю его. Так убьем. Подожди, ты опять его кикнул, что ли? Нет. Написано, что покидает. Сам вышел. Потом сам вышел. Так, ты там не пишешь, что кикнули, да, по-моему. Не. Просто покидает будет написано. Okay. Просто забери у него, блядь, права у того, кто кикает, и пригласи, и посадки. Никто его не кикал. Второй раз точно. Может, это ты в Рашку считаешь? У тебя тоже есть помощник. Не, зачем это делать? Не знаю. Мало ли. На ком вы? На Лане трэш чисто. Сейчас разрол и посмотрим, что можно позаменять. Я сразу с людям скажу, которые не пойдут дальше. Посмотрим. Прокси, Дра, Лич, дальше. Бля, я не хочу в коте. Вагон. Там рейдит ты вагон. В смысле вагон? От дерева он шел, блять, а не капо. Дерево. А мой кустик что-то выкинули куда-то.
Мой кустик заменили чужим кустиком. Звучит как не если может что, сказать. Если что, синдромом утонуть паладином. Угу. Не знаю, если старик так хочет, можешь меня выкинуть после разрока. Да сиди. Не, ну, на уровне... Мне тоже лич не нужен, там ничего не надо. Могу уж не квест. Мне ты тоже не нужен. Ты должен пройти от лича, куда ты хочешь соскочить? Мне синдры нужны. А лич... Клип и ДПШ. А чё, спек ещё не поздно поменять, на кого ролишь? Или поздно. Уже поздно? Если вот с этих боссов, не с которых было, а с которых будут. Вот славный Синдры или чем, можно спек поменять? Можно вкратце на ламовую тактику. Сейчас будет разрол шмота. Обмен будете кидать звездочки. То, что ролится, будет кидаться в рейд-чат. Ну давай. Так. Харата не в дискорде говорит. Дмитрий, надо кому-то. Обмен звезде. Колдыр писал, что на ретрика. Нет, терминон на мейн даю. Ой, ты если что, мне кидай на распыл. Хорошо. Грудак, ДДшный, меткость, крит. Второй спек надо, может, кому-то? Распуск. Плечи. Сразу в спек рольте. Халипала не надо, на распуск. Блин, по обмен. Дальше это рольте. Ты кидай обмен лучше. Не стой. Слышишь? Так. Значит, кинжал. Кукончик обменки. Чё ты на хила ролить? На хилы, хилы. Блин, ну это же не на Эршану. И не на Холика. Так, хилы специалисты. Чё там, на Эршану, Холика? Друиду, да? А какой Эршану? Тут один Эрдру попадает. Угу. Это на Эрдру больше. Как они, будто Эршаму не нужна СПД. Тут прок у всех одинаково раз в 45 секунд. Вообще пофиг на прок. Чисто тринер. Посмотрите на вторую триню Эрдрум. Кибыч, ты лучше заберешь схема. Отдайте друиду. Я дам друиду. Кольцо. Шаман может ролить, да? Да, конечно. Да. На любой успех. Тебе что на Илем, а что ты на что ролишь, Эршаму? Ты что ролишь? Кольцо. Зачем? Нахуя. Надо. Да дайте шами, чё ты? Погоди. Топ ролл, блин. Ну, во-первых, мы не идем в этот рейд. У тебя такое же кольцо. Мы не идем в этот рейд с двойным роллом. Шо, я все просто так кидал. Старик, да? Ты у нас на контроле. А дай этому. Шами, я просто проверил уроки, да? Нет? Эх ты, старик, старик. И все меня почекали, все меня спасибо. Почекали. Спасибо. Не, это заранее оговариваться должно, так не делается. На этого Энха, Ханта, наверное, Тинару Щеролич.
Две печеньки паладина ролить первую. Полина, это тренинг не только на Эршаму говно, но на всех говно. Паладина так что вообще пофиг. Ну, друиды он еще хоть как-то. Да как, просто тоже СПД то же самое. Оно также прокает ну, одинаково. Ну, 20 она явно ему зайдет. Учитывая, что у него вторая ПВПшная дрянь не была. Там просто чисто, если Эршаме давать, тупо из-за СПД. Погоди, вот этот вот хуета. Давайте это, вовремя все делать будем. Вторую ролить. Я говорю, шаман лучше пойти яйцо купить за ОДН 200. Кидайте ролл на вторую печеньку паладина. Я не говорил вторую ролить еще. Ты кидаешь ролл, когда хочешь, я тоже так могу. Для того дискорд, ребята, вам дается. Кинь, у меня Адун показывает. Не, вообще-то первую смотри печеньку, там кто-то сролил 92. 98 самый большой ролл. Да. Шеек. Ну тут шея. Я бы этому отдал. Шами. Так. Шами. Это шами лучше будет, чем друиду. Конечно, это не друидовская. Друидовка с первого босса ребро, по-моему. Да. Друид все голит. Вот это черный убойник надо кому-то? Черный отбойник. Такая фигня с духом надо? Шаманов нет. Этот ДДшный плащ с гнилого роля. Ретрики, хуэтрики там есть? Давай обмен. Для не твой обмен. Далее вот это ролим плечо. Блять, Леньпо, ты будешь обмен кидать или что? Вот я пойду на пару минут. Давай, давай. Звезда на мне, ты что? Раздупляйся побыстрее. Плечи не надо никого. Что-то много шмотья осталось. Тима, что ты кидаешь? Подожди. Ну, я думал, Леньпо не хочет, я заберу. Танк мейн спек. Плечи надо. Танк мейн спек. Колдыр писал. Леньпо. Потом танков. Видаешь, писал, что мейн спек. Подожди, что ты мне кидаешь? Ты в Дисе, нет? Какая личка, блядь? Мне что, крутить в чат вверх, что ли? Куда писал? Какой канал? Я иду вам этот плащ вообще не знаю. Холи пал, роли на танк он писал. Так, 12 ролл. Медведоёж. Где писал? В личке. Зачем вообще друиду медведю с защитой, блядь, вообще? А кольца, шею, как ты думаешь, на что они берут? Пока вот это ролите кольцо. Не, мейнспеки ролят. Ты был в ЗСе? Хоть раз видел, как друида пробивают? Кольцо на. Сейчас причем разберемся. Медведоешь, ты мне лучше в 10 скажи или, блять, как-то раздупли меня. Ты шел у меня мишкой, правильно? Я тебя спекнул в сову. Так было или как? Побыстрее только это сделай. Плащенько не мне танковский свой. Шел с совой. Писал куда-то. Ролил на Мишу. Куда писал?
сейчас. Так, все как будто там. Танчи Синдро, на мишку рулить буду. Хорошо. Свой плащ Линка не. С мишки. Вред. Так. Линкани, а ты. Линкани мне плащ. С мишки. Странно. Дел в танке с таким плащом, без кетов, без нихрена. Подожди, я шмот отдаю. Зачем паладином? Если есть золотые... Кинь еще раз обмен. Не, ну типа это хороший плащ с меткостью, почему? Да это топ плащ на танков на всех. Какой нахуй топ плащ? За УД 264 лучше. Ну там нормально, да. Ну с Геры получше все равно будет. Ну разница, тот ты купишь, а этот отдадут. Там зависит от того, как ты меткость собираешь. Если ты меткость собираешь другими статами. У тебя на поле такой плащ с Гера. Бля, вот я умоляю, давай разрулим нахуй и либо дальше топим, либо в хрен пойдем. Сейчас посмотрим. Десят. Время-то уже пиздец. Этот, да, этот плащ для ДК и Мишки. Паладину, блядь, берет. Это. Да, там другим если меткость собирается, другим шмотом. За ОД. А шея берется с Вальки. Тапки. Основной спек. Кидаю обмен. Оф спек, значит, вар обмен. У медведоежа хуёвый плащ. У него вообще... Я ему этот отдал. Грудак тканевый, меткость. Бонч, кинь обмен, три шмотки на распро. Короче, сейчас я перенесу людей, которые не пойдут дальше точно. И кто доберется с гильдии, посмотрим, будут ли люди дальше что приносить. Честно, если на 3, то и в 15. Все? Обмен, кинь, пончик. Тебе кидал, ты мне одну шмотку отдал. Ой, блядь, я тебе ткань отдал. А, ну ладно, все тогда на сейчас. Я думал, ткань кто-то ролил. Кто-то ролил. Так, вот это на распыл. Так, открываем рейд. А ты так, бот верну... ролил? Ушел, да. Это Увара, Ангели, вот этот вот. Силу не идешь. Так, Леху сюда кинем. Хост Варю не идешь. Этот. Кто еще там? Артемия не идешь. Так, Локи, чё там? Коварек не идешь. Вот этот, да, пускай Карина на маге будет, на Синдру лишний кастер. Там задамажит. Хант нормальный кастер такой, я знаю. Смысл, освобождён. Так, смотрите. Старик, ребят. Ну это получается уже, осталось. Это получается уже 6 слотов надо. Остальные так, восьмая пати, спасибо. Так, еще у кого нет времени? Сколько у нас времени? Час полтора понадобится. Часа есть у нас. Вот еще одного забыл. Битмаф уходишь, да? Так, битмаф. Кто еще? Еще Вара или кого ты писал? Вара я писал. Третья так. Группа. Вар тоже свободен. О, хила свободен. Я пока за камнями сбегаю. Да, хорошо. Старого кинул хила пока. Дотаешь сову пока. Старик, дотает. Ща я как нахуячил он хила тут. Раскатер Минон. Есть время дальше-то приносить? Чё, моего лока ты не берешь дальше? Во? Не, лока нет. Это уже будет зависеть от того, кто с гильдии пойдет. Я до 16 спокойно. Терминон. Че у тебя на сурке было ДПС, скажи ко мне. А, это тактику знаешь, Лана, профсиндралище, все знаешь? Угу. Ну ладно, ну, там,
Войт, скажи, пожалуйста, а мне есть смысл на клятву хранитель? Ты мне дашь ролить его? А, ник твой. Персик. Ты идешь с собой у меня. Писал что-то про то, что тебе на кота надо? Я ничего не писал, но мне просто по сути на сове. Посмотрим, кому надо. Надо. Если на мейн не надо будет, заберешь нового. Ой, пускай ролит. Ну посмотрим, ну вдруг кому-то надо, я их узнаю. Можно клык также поролить. Все, ассисты есть. Кто с гильдии желает там? Кого там, вон, Делорусы всякие, там, денчики. Пойдут, не пойдут, я не знаю. Или покупатель какой-то у кого-то был там. Если меня был. Если нет, это самое. Тут два босса, блядь, Синдралич. Ну, у меня на лича был, если хочешь, я спрошу. Да, еще. Ой. Спрашивайте, я говорю, это самое, перекур, короче, давайте 7 минут. Ты мне отпиши только в личку. Есть один покупатель, в принципе, Войт, на лича. Проходку. Вот, ассисты есть. Берем, добираем ДД, покупателей, чтобы рейд убился. Цена. А сколько мы сейчас вон, проходку пара... продаем, Лёша? Фарада знает. Тут остались, как я понял, вся гильда, да? Почти. Мне еще повезло то, что я остался, да, знаешь? Вся гильда. Да, повезло. Звезды сошлись. Если все, перекур пока есть, там 5-7 минут, это самое. Если добираете, то идем. Если нет, то ну, смотрим, будете его добирать дальше или нет. Блять, пора. Если сбили, Леха. Значит, убьем. Все, пошло. Красивый Фарада, парадокнулся. Ну, я тоже. Лёх, ты тут? Чё спросить? Это, а чива сколько? 25, по-моему, стоит, или 20, если чё. 20, по-моему. Два раза лича пишу. А это на Синдру тринка сколько? Пятьдесят. Сколько? 50. Нихуя себе, это с обычки. Так, первое. Что нам надо для Синдры? Настюха надо. Которая в РСКИ. Напиши Настюхе. Пускай ДЦшки. Дальше. Я отойду пока. Белорусы. Давай мне. Ну и кастеров всех. Пугов и... Перезаходить вам на мент. Кастер. Кого, кто на мент. Потому что у нас сейчас получается... Раз, два, три, четыре, пять, десять. Десять, одиннадцать кастер. Денчика Холли Палом можно. Кто-нибудь продает шмот? Спамит? Короче, у меня есть чувак, который на Чиву Лича. Маг. Мне какие-то дауны пишут, говорит, куплю Зов или Крис, у меня есть 4К, говорит.
вообще сразу таким. Я в шоке просто. Мне, блядь, только Васи пишут такие или все. Там до этого писал, куплю Глору за 10к и две воронки. Чё ты мне плюсуешь, бля? Ну, кого увидел, то в чате пишет, тому и плюсанул. А, 100 голды, бля. Чё, Войт тут, где он ушёл? Это я дал пати тебе. Зачем ты мне пишешь, что ты Холи Пал? РДД нужны. У меня есть, говорю, вот один байер РДДшник. Было бы неплохо, если бы он еще дамажил. Ну, нормальный такой вроде. Этот. Библ нашел. Короче, мы сегодня с Библом по поводу БМа Ханта сидели. Вот. Нашли способ, как БМом Хантом можно давать 50к, ну, 50к ДПС. Осталось добавить за подробностями в ПМ, да? Ну, там вот... Ну, там надо немножко заморочиться насчет этого. Ну, блять, это реально. Мы просто просмотрели видосы с Офа, просмотрели, как БМ хуярили трицарик на офе ворк, а тут же получается Т5 больше. Вот, и поняли одну фишку, в чем прикол БМ. Типа правильную ротацию узнали наконец-то, что ли? Не, тут работает просто одна хуйня, которую на офе понерфили. Здесь ее нет. Ну, просто здесь ее не нерфили, она работает. На офисе в свое время там была херня, где ДБМ и давали, блядь, топ-1 ДПС. Да. Вот, потом это не нерфанули. И все, как бы. Но это уже нерфанули, наверное, на Кате. Не знаю, я слышал такое, что хантов брали в рейд, только по Шани и Нрейдж могут стрелять. И больше они типа нахуй не нужны были. Откуда они могли топ ДПС давать? Надо будет с Библом сходить проверить. Ну, мы проверяли, конечно, но там надо просто заморочиться немножко. Вот этого. Надо потратить примерно, наверное, полдня. Так, а на каком боссе он? Вот тебе ВМа нормального. На каком боссе он будет давать 50к, интересно. Да на любой. Бой, что мне, брать его или нет? Кого? Который, короче, будет эту брать. Ачилу с лича.
253. Грейд не фулл. Окей, скажешь тогда. Давайте дойдем, подумаем, мы рейд вообще добирать будем? Или что? Напишите Делоросу, скажите, как поможет. Напишите это, Денчику. А у вас, а у вас была бычка целая? Тоже изи боссы, реально. Всем привет. Он Кирс пускай зайдет, блядь, там шаманом похуярит. На магии осколки собирает, шаманом пускай зайдет по домашнему. Так у него шаман КД, нет? Вечерний. Вечером не было целка, если он только тогда с нами не... Он с нами не ходил вроде как. Не, он спрашивал, кто осколки собирает, я говорю, кто-то собирает, он говорит, ну тогда хуй. На магии собирает, на шамане-то может зайти. Ребят, на кого идем? Эндро. Или чё? Нет, сейчас какой босс? У нас еще проф, не забывайте. Еще из профа надо добавить. Да, 4 босса, ладно, проф, синдерлич, они все стоят. А, тем более там. Кто нужен? Может вы напишите? Чем больше, чем больше. Слышишь, мне походу на профа есть. Нам удача нужна. Может, вага зайдет, поможет варчикам. Если они зайдут, как бы будет смысл убить что-то, а так? Не знаю. Артемия тут? Там же трэша что? Нет, пока я понял. Где твой хант, а тут? Да, блядь, вон в гильдии столько народу. Вон, зовите его, это самое. Сейчас, подожди, докурю, приду, позову. А то, блядь, что-то все не могут. Котенок, Делорис, ой, блядь, Вага. Да. Ну, народу пиздец, нихуя не делай, хорошо слышно. Да. Тут Эвар 256, Фурик, чего убрать? Кил у этого профа хочет. У нас ЗВК Юник заканчивается? Пока нет, я рейда не вижу, чтобы брать. Попозже, подожди. Все, кто что-то там хотят, они... Я сомневаюсь, что в количестве 3-4 человек сюда попадут. Может, кто-то один? А чтобы один меня замучили. Остался, надо еще дособрать рейд. Сейчас, 2 минуты, вас приду. 2 минуты, вас приду покой. Ладно, я его пока не беру, этого 56-го. Не, ладно. Можно будет не, его можно на будет профу его взять. Он баблище отдал, отчего получил, шибался другого взяли. Ну смотрите, как. Ну, смотрите, как. Сейчас я вам тогда отпишу. Ты просто скажи, ты подожди. У кого так фонит дискорд? У меня фамилия как мира старая. О, Ленько, ты говорить. О, Ленько, ты говорить начал. Ебануть. Сразу. Ебануть. Просто у него нагон наколол. Начал, так и закончил. Это я микрофон. Это я микрофон. Это Войт и... Скажи, этот микрофон, Ангел Дэвил просится на профа. Чего убрать? Армс 50. Нет пока. Нет пока. Пускай ждут. Если рейд соберется, то будет. Можно выключить микрофон? Можно выключить микрофон, а? Линьпо. Это не микрофон, это... Это не микрофон, это колонки. Нет, понимаю, это получается понимаю, с телефона так фонит. Да мы слышим да себя, мы слышим блядь. Себя, блядь. Я отключила пока его. Ага. Там нужно было. Дело-то, видите, в том, что это колонки. То есть, где он звук слышит? По логике это колонки так должны быть. То, ну, значит, говорим... ему надо микрофон отключить, чтобы он у себя отключил звук микрофона. Или колонки свои. Ну, колонки он тогда нас слышать не будет. Да и похуй. А, ну ладно. Ебать, вы долгие. Не, старый, ну это самое. Это тебе не гильдрейд. Рейд говорили до 16. Значит, мы еще успеваем, нормально идем. Рейд как бы до 16. Во-первых, тут с гильдии было, ну, не 25 человек. Не 20 даже. На сейчас больше с гильдии, чем если, было, да. Если будет сейчас, если доберут, то там Леха может и ЕПшку даст.
потому что будет смысл. Вы напишите в рейд-чат, кто нужен, я помогу. РДД есть? Давай РДД любого нахуй. От скольки? 60 плюс 10к ДПС минимум, наверное. Угу. Че типа 260 плюс ты набирал до вот этих боссов или на фул целка до 260? Я на фул набирал, ну хули. Одна там этот винком пошла, но она как бы зашла на ханта фулову. Не выпала нихуя на мага. И пуги, которые там пишут, ну 10 дам, 9 дам. А вот у тебя сорка есть ДПС вообще? Никто? Сколько там на орке вообще? Хуй знает, может у кого-то есть. Да толку ваш этот орк, они вот пошли на гниль, они дали на орке 9, блять, а на гниле у них по 5к. Ну чё это? ДПС должен быть. Да на гниле, блять, там в арканале. Да гниль манекен, ну там типа РДД только блюют, милик столько же должен давать, сколько и на орке. Ну вот я тебе про это и говорю. Да даже РДДшникам, боже. Ну гниль не блюет никто там. Только а от скольки его ВЛ собирать РДД? 60 плюс. 12к 260. 12к ДПС минимум. Вот у меня ДПС трэша. Там. Бьют, блять, в основном. Чисто РДД нужны, да? И ДД, да? Да. Вот вы пишете, взять там кого-то, нет, там на ачивы, на эту всю хуету. Когда рейд будет фулл, вот тогда и посмотрим. Вы нашли клиента, говорите. Ну а рейд будет фулл, и когда я буду их искать? Ты ищи не, сейчас, сейчас, просто говори, подожди. Сейчас, ну я сейчас... так и делаю. Я так вот. И делаю. Клиенты пускай ждут, если рейд состоится. Вот. Ты лучше просто сюда лучше говори, на что ты нашел. Я понимаю, вот не понимаешь, я бы сказал, если бы я на что-то нашел. Мне, блядь, каждый пишет почем, и я пишу цену, и все. Вот каждый молчит. Да, блядь. Да, да, так и есть. Каждый молчит. Ну там у Тимыча еще у кого-то. Да, мне предлагали самое больше, это 10к и 2 воронки. Ну они даже свои предложения никакие, они просто молчат, блядь. Можно вопрос? Угу. Ачивки продаете? Да. Клево. Можно с вами? Какой у тебя ник? А я сегодня только как вам в гильдию вступил, вот. Я прыгаю при Тви. Ага. Так, чё ты там? ШПшка, да? Да. Ух ты, нихуя себе. Задонатил три ники? Да. Как играешь, нормально? Ну, не знаю, никто не жаловался пока. Чё ДПС даёшь? ШП не даёт здесь ДПС. Сколько ну, ты даёшь? Вон двадцатку даёт ШП. Ты 5 фуллом? Да хуй знает сколько. Сколько ты даёшь? Ну, 10 плюс, да. Ебать. Чё-то мало. Я говорю, ШП здесь не дамажит. По крайней мере, в 2Т5. В 4Т5 не знаю. У тебя 2Т5? 2Т5 можно, блядь, 16, а то и 18 давать. Не знаю, мне не получается. Я паладином в 2Т4, в 2Т10 17 даю почти, а ты хочешь, чтобы он в 2Т5 17? Ты меня извини, у тебя одни твои трини 10к должны давать, а все остальное руки шмогри. Ну, руки, смотри, я прожимаю все как надо, то есть там показываю по этим. Попробуем, не идет больше. Не знаю, мне кажется, типа ШП самый апнутый класс, но я чисто по ПВП сужу. ПВП я не знаю. Ну, ПВП это да, ПВП. Типа они там дохуя дамажат. Я не думаю, ПВП, что ПВП да. Меньше дамажат. Что ты говоришь, тут люди с 2Т5 по 17, по 18 давали, а до этого хуй знает, что они там таскали, 14-15 они давали. А у меня ДДКшник за Альянс в Т10 дает 17. А вот ШП не дает столько. Я хуй знает. Я не играл. Не, ну на этом сервере Элимов пидорасят, но ШП-то точно не трогали. Уже нет, ну, ШП как раз таки пофиксили. Когда Т5 только вышел, они давали за 30.
Их потом пофиксили жестко. Ты, старик, на том крайнем орке нормально кнопки нажимал или нет? Да я уже проверил, вон и в чате посмотрел, у нас уже создали новую хуйню, нас еще раз пофиксили. Угу. Где мы с Драгоном тебя обогнали, ты там нормально? Я тебе еще раз говорю, да, нас еще старый раз... Старый не дамажит. Кирс, пошли шаманом сходишь, подмажешь. А, минут через 10 только могу. Так, Кирс, Настя, остается 2 с... Смотри, Фарада отвалился. Его кикать или что? Или он зайдет? Что там Фарада говорил? Он... Не видел. Кто видел, что? Просто Лофнус написал, что мы будем долго дрочить его Лофнуса. Так, ладно, окей. Тогда... Дайте ассиста цепной. Кого хочешь взять? Сейчас можно скажу. Я своего лока возьму. Своего? Да. Но десятку он дает. Это который 3К ДПС на 7 дреб? Я хуй знаю, сейчас это у Лехи спросишь, пускай он одобряет. А чё, Лёха? Не, если Лёха хочет 22 идти, то, наверное, возьмёшь. Сейчас, да, сейчас остальные плюсанут. Так, тихо. Сейчас ещё деклашка будет через 10. Так, Кирс. Кирс. Рейтинг 260-й 10К плюс даёт, пишет. Нах, блядь, забейте на ваши пуги. Ещё и ретрики, блядь. Я их, блядь, скипну после первого пула, если где-то что-то не так. Это, Лёха, я тебя... Дальше, следующий. Брать нет? И сказали нет. Так, Настя ДЦ-шкой зайдёт. Этот, Андру, да? Ну, точнее, ещё прав, но ладно, ДЦ-шкой зайдёт. Так, дальше Кирс. Сколько больше осталось? 4. Что? Проф, Лана Синрадич. Самый легкий. Этот. Дальше. Пишу. А я срочно нужен? Чем токен это 10-е стоит? Нужен, нужен. Видос. Потом видоски Анру. 1000 по 8-10. Потом ксатую прыгаю. На РС-ку был. Понимаю. Так, РС-ку сейчас там будет. Зайдет. Рик. Да. Здесь? Да. Чекни личку сейчас тебя, ты чё? Давай. Так, чё у нас по дамагу? Кто у нас будет ДПСить? Так. Враска япончик, римперс. Мыч. Тебе на ДКшке КД? Угу. Или на варе? На ДКшке. На варе есть. Без КД. КД есть? Без КД. Без КД. Надо, чтобы ты зашел по дамажу варом. А, зайду. Так, с варом ты подамажишь. Сейчас вага зайдет, подамажит. Уже, в принципе, Делорус еще подамажит. Так, короче, я поперекидываю всех, кто дамажит, кто умеет. Я, в ком я уверен, блять, в один. Так. У нас будет 10-15 человек, которые умеют, 5 человек, которые инвалиды. Так. А в каком, инвалиды. В каком пати инвалиды, скажи, пожалуйста? 5-я. Уберите меня оттуда. Куда старика закинешь, там и инвалиды будут. Так, у нас получается 1-я, 3-я. Я уверен, стабильно в этих людях. А, ну и Тимыча туда же можешь к старику закинуть. Так, Голдеца.